В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Мария Ирунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Миллионный долг и расшатанные нервы. Реальная история человека, который стал жертвой мошенников. Авторские куклы и предметы керамики. В Музее народной игрушки открылась новая выставка. Безопасный маршрут. Сотрудники ГИБДД провели совместную акцию с учениками 13-й школы. Далее расскажем обо всем подробно. С 24 сентября в России начали действовать новые правила поверки счетчиков воды, электричества, газа и тепла. Теперь юридической силой обладает только электронная запись о поверке. Эту запись метрологи будут самостоятельно вносить в базу Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. Бумажный документ без связки с электронным свидетельством о поверке недействителен и будет носить информационный характер. По новым правилам, специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ГИС «Аршин». Владельцы счетчиков могут получить доступ к этим данным в разделе «Системы сведения о результатах поверки средств измерений по заводскому номеру счетчика». Бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу до следующей поверки счетчика. В 2020 году россияне распробовали для себя фондовый рынок. Низкие ставки по вкладам вынуждают мелких частных инвесторов искать для себя выгодные варианты вложения средств. Этот бум народного инвестирования не обходится без темной стороны мошеннических организаций. Наш следующий репортаж – это реальная история человека, который стал жертвой преступной схемы. Первая мысль – покончить жизнь самоубийством. Нашел место, где я могу это сделать. Глубина 20 метров, машина со мной уходит. Огромные деньги, которые Ване должна была принести игра на бирже, в итоге стала миллионным долгом банком, где он брал кредиты для покупки акций. Вторая мысль была уже о семье. Мужчина здраво рассудил, что в случае его смерти деньги должны будут выплатить родственники. После чего было принято решение, так как я мужик, сам влез, сам должен влезти. Тяжело было, психологически тяжело, сердечко шалило. Пил сердечные средства. Было очень тяжело. Перестал практически есть. В 2020 году очень часто люди обжигались при попытке инвестирования и покупки акций. Человек, который согласился рассказать о своем печальном опыте игры на бирже, не решился раскрыть себя. Для этого есть причины. Саров – маленький город, помочь ему вряд ли кто сможет. А сочувствие в этой ситуации ни к чему. История началась с банального и всем знакомого желания увеличить доход путем пассивного заработка. Именно эти слова Ваня и ввел в поисковике. Посыпались предложения, на одно из которых он откликнулся. Начал с $50. Зачем в течение месяца нерегулярно шли звонки, как правило, вечером мы делали ставочку, она играла, и я выиграл деньги. Минимальные вложения и быстрый доход вскружили голову. По натуре осторожный, он долго не решался увеличить ставки, так как для этого нужно было брать кредит. Но на том конце провода продолжали убеждать Ваню, что именно это и нужно сделать, чтобы выйти на серьезный доход. Каждый раз, когда я с ними разговаривал, они любую беседу начинали со слова «да», что психологически влияет. И за месяц с лишним это слово «да» въелось в голову, и на психологическом уровне я так думаю, что я должен был сказать им «да», и я сказал это «да». Как только Ваня перевел деньги лжеброкерам, пошли убытки. Каждый раз мошенники убеждали его, что в этом виноват именно он. Внезапно пришло осознание, что никаких инвестиций не было, а ему показывали только картинку с ростом акций, с цифрами на его счету, которые и были лишь цифрами. Выйти из кризиса помогла семья, которая поддержала и не упрекала. Сейчас Ваня настроен более чем оптимистично. Всем журавлям в небе он теперь предпочитает синицу в руках. Долг по кредиту он намерен закрыть месяцев через 10. Всем, кто хочет заняться с инвестированием, советуют тщательно проверять компании, которые предлагают такие услуги. На 33 тысячи вырастет количество бюджетных мест в вузах в следующем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами Российской Федерации. Он подчеркнул, что в приоритетном порядке этими местами будут обеспечиваться именно абитуриенты в регионах. В общей сложности, по словам главы государства, 60% выпускников школы России получили возможность учиться в вузе за счет государства. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
В детских садах Сарова обновят игровые площадки. Как сообщили в департаменте образования, благодаря аукциону власти смогли сэкономить 2,5 миллиона рублей. Этих денег хватит на то, чтобы обновить малые архитектурные формы в 7 детских садах. Работы обещают выполнить до конца этого года. Напомним, обновление и модернизация детских площадок в нашем городе – это народный проект. В рамках соответствующего интернет-опроса саровчане дали понять, что эта тема требует первостепенного внимания. 30 сентября завершится прием работ на 5-й всероссийский конкурс «Слава Созидателям». Напомним, принять участие в конкурсе могут школьники с 1 по 11 класс. Для этого можно снять видеоролик с рассказом о выбранном герое. Или представить две фотографии, архивную и современную, на которой человек снят в том же месте, той же позе, в похожей одежде и короткий рассказ о герое. Более подробно о конкурсе «Слава Созидателям» можно узнать на официальном сайте проекта slava-sozidatelyam.ru. Команда проекта «10 песен атомных городов» представила видеоклип на песню «Мы пережжем этот мир», посвященный 75-летию атомной отрасли. Текст написал Андрей Полосин, директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом». А музыку – композитор, аранжировщик, продюсер, идейный вдохновитель проекта «10 песен» Тимур Ведерников. В роли исполнителей выступили музыканты из всех атомных городов, в том числе саровчане. Клип, приуроченный к 75-летию атомной промышленности, можно посмотреть на официальном канале «Территория культуры Росатома» в Ютубе. 23 сентября в парке имени Зернова сгорел игровой комплекс «Лабиринт». Конструкцию для детей поставил в парке в мае индивидуальный предприниматель, но так как Нижегородская область до сих пор не перешла на третий этап снятия ограничений, то комплекс официально не использовался. Огонь вспыхнул вечером, полностью сгорела внешняя отделка, остался только металлический каркас. По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог. Россияне, вернувшиеся из зарубежной поездки, должны находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. Постановление вступает в силу с 24 сентября. Напомним, раньше туристы по приезду в страну должны были в течение 3 дней пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и, получив результат, внести его в базу через специальную форму на портале госуслуг. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на портале после приобретения билетов, но до момента регистрации на авиарейс. В случае положительного результата теста, а также при возникновении признаков болезни в течение 14 дней после прибытия в Россию, от людей требовалось обратиться за медицинской помощью без посещения медучреждения. Проще говоря, вызвать врача на дом. Теперь результатов анализов люди должны ожидать, соблюдая режим изоляции по месту жительства. За минувшие сутки в России выявлено еще 6595 зараженных COVID-19. В Нижегородской области выявлено 160 новых случаев заражения. Число летальных случаев достигло 556 человек. В Сарове за сутки COVID-19 зафиксировали у 17 человек. Сентябрь – один из сложных месяцев для школьников. После длительных летних каникул многим бывает тяжело войти в рабочий график. В результате в дневнике появляются замечания от учителей и низкие оценки. Родителям в этот период нужно быть внимательнее к своим детям и мотивировать их на учебу. О том, как правильно это сделать, смотрите в следующем репортаже. Часто родители сталкиваются с нежеланием ребенка делать уроки, в целом учиться. В таких случаях важно найти подход к школьнику и подобрать правильную мотивацию. По словам психолога, ответственное и осознанное отношение к учебе закладывается с первого класса. Большую роль играет организация труда ребенка, место, за которым он делает уроки, регулярное расписание занятий в школе и дома. Последние исследования говорят о том, что те дети, которые успешны в учебе, они имеют четкий такой режим работы. То есть они понимают, за какое время они должны выполнить домашние задания. Вот. И это, конечно же, освобождает их последующее время, да, остальное для того, чтобы они могли как-то разнообразить свою жизнь. И вот это время не должно зависеть, время на домашние задания не должно зависеть от интересного фильма, который там идет по телевизору, от количества уроков, которые задали, или, может быть, от факта того, что гости пришли в семью. Специалисты уверены, у ребенка не будет проблем с обучением, если в сознании есть личностно значимая цель. Тогда школьник понимает, зачем ему нужно заниматься, осваивать разные предметы. Он знает, как и где он сможет применить те или иные знания. Порка ремнем и подкуп за хорошие оценки – плохие стратегии для родителей. Мы в итоге получим не мотивацию к достижениям, а мотивацию оценочную. Что, а потом будет вопрос каждый раз от ребенка звучать, а что мне за это будет? Ремень, конечно же, категорически запрещается, потому что, во-первых, мы подрываем доверие к себе ребенка, и там ни о какой мотивации не идет речь, потому что это просто мы работаем на чувстве страха.
Это очень деструктивное чувство, которое приведет к обратному явлению. Психолог считает, что если ребенок не хочет учиться и делать домашние задания, осыпать его претензиями и руганью нельзя. Следует учитывать индивидуальность ребенка, вместе с ним сформулировать цели, к которым он будет стремиться, и помочь в их достижении. В Музее народной игрушки открылась новая выставка. В экспозиции представлены авторские куклы и керамика преподавателя детской художественной школы Елены Михайловой. Работы выполнены в разных техниках с использованием самых разнообразных материалов. Подробности в следующем репортаже. На создание серии декоративных кукол у педагога художественной школы Елены Михайловой ушло около 5 лет кропотливой напряженной работы. Внимание к деталям, тканям и отделке нарядов делают эту коллекцию уникальной. У каждой куклы есть имя и характер. Все они сделаны в единственном экземпляре. Какая-то, например, напомнит нам времена Средневековья. Балы, рыцарские турниры. Есть куколки, которые напомнят, наверное, о художниках. Есть куклы, которые просто интересного характера. Как, например, вот лев. Он такой яркий, образный, и каждый может увидеть, наверное, в этой кукле себя. Или вот летучая мышь. Красотка настолько близка художнице, что появляется практически на всех выставках. Есть в коллекции Елены и интерактивные экземпляры. Кукла «Покружусь», например, расположилась на вращающемся основании. И чтобы разглядеть все детали ее наряда, игрушку достаточно просто покрутить. Есть куклы подвижные, есть куклы, которые вращаются, такая вращающаяся куколка. И образы самые разные, но материалы очень схожи. В основном это полимерная глина, то есть современные материалы. Это ткани, бусины, тесьма, кружево, то есть вот текстильные материалы. Также на выставке представлены керамические работы, выполненные художницей до 2010 года. Выбор материала и технологии исполнения самые разные. Живописные и терракотовые панно, рельефы, настенные тарелки, декоративные блюда. Выставка Елены Михайловой получилась уютной и камерной. Увидеть работы мастера можно в Музее народной игрушки до конца ноября, без возрастных ограничений. Как самостоятельно дойти до школы, не опасаясь за свою жизнь и здоровье? Ответ на этот вопрос получили более 20 первоклассников школы номер 13. Сотрудники госавтоинспекции совместно с педагогами и родителями провели профилактическую акцию «Безопасный маршрут». Путь организаторы продумали заранее и выбрали тот участок дороги, которым дети могут пользоваться каждый день по пути в школу. Подробности далее. Более 100 школьников попадают под колеса автомобилей в России каждый день. А в сентябре эта цифра увеличивается почти вдвое. Чтобы избежать подобных ДТП, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую акцию «Безопасный маршрут». Основной задачей этого мероприятия – научить ребенка правильно, безопасно добираться самостоятельно, потому что сейчас дети уже с первого класса, в основном многие самостоятельно добираются из дома до школы, показать им правильный маршрут, безопасный маршрут из дома до школы, из школы до дома. В познавательной прогулке приняли участие более 20 первоклассников из 13-й школы. Сотрудники госавтоинспекции показали детям, как переходить проезжую часть по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Рассказали, как нужно и как нельзя вести себя на дороге. Когда нужно переходить дорогу, нужно всегда посмотреть по сторонам и посмотреть на светофор, когда появится зеленый цвет. Полезная была информация. Что правила дорожного движения очень важны для человека. И всегда люди должны их соблюдать. На сайтах школ размещены схемы маршрутов. По ним родители и дети могут найти уже построенный безопасный путь передвижения дом-школа-дом. Вместе с классными руководителями на неделе безопасности и в целом в течение учебного года прорабатываем этот вопрос. Каким образом мы родителей просим разместить данные листы у детей в дневниках и каждый день оттренировывать данный маршрут, проходя от дома до школы, от школы до дома, именно по нему, в избежание происшествий дорожно-транспортных происшествий. В октябре сотрудники госавтоинспекции проведут совместно со школьниками месячник «Засветись». Детям расскажут о важности светоотражающих элементов на одежде. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время.
В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.